Рядом со мной Юрий Ефимов. Юрий, добрый вечер. Здравствуйте. Юрий, расскажите, чем вы занимаетесь и как давно в Московской ассоциации предпринимателей? Я новичок в Московской ассоциации предпринимателей. Я адвокат, более 30-летний стаж, и я практикую в городе Москве, но также имел и возможность практиковать за рубежом в былые времена. Вот сейчас, мне кажется, вот я первый раз на этом мероприятии, это очень правильная и хорошая инициатива для того, чтобы в такие непростые времена люди общались, обменивались своими идеями, находили какие-то новые пути для развития своих инициатив. Вот, мне кажется, это очень правильно. Юрий, а как давно вы занимаетесь адвокатской деятельностью и сразу начали на себя работать или все-таки спустя какое-то время? Ну, я сначала проходил стажировку. Вот, я уже более 30 лет занимаюсь адвокатской деятельностью. И в это время я был и в составе крупных юридических образований, и в том числе международных. Ну, вот сейчас пока такое межвременье, вот, когда я думаю, как, куда дальше направить свои стопы, в какую-то организационную структуру. Вот пока я как адвокат практикую. Почему приняли решение вступить в Московскую ассоциацию предпринимателей? Ну, мне кажется, что это то, что должно быть для того, чтобы быть полезным друг другу. Вот. Поэтому это во всем мире принятые формы, и мы должны их развивать в том числе. Не надо изобретать велосипед, он уже изобретен. Юрий, что понравилось в сегодняшнем мероприятии? Как вы считаете, чем полезны такие мероприятия? Ну, в первую очередь, мне понравилось настроение сегодняшнего мероприятия, хороший позитивный настрой всех участников и ведущих. И главное, это новые встречи, контакты, обсуждение. В споре рождается истина, как говорят. Вот. Так что, вот, мне кажется, это направление очень правильное. Познакомились уже здесь с кем-то, обменялись контактами, с кем будете продолжать общаться? Ну, конечно, и ко мне кто-то обратился, вот, и я нашел тех людей, с которыми я не общался около 20 лет, вот, так иногда бывает, возобновление старого, вот, контакта, это тоже очень хорошо. Все, спасибо, Юрий. Спасибо вам.